В Наринмаре проходит региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В первый день 9 команд из городских школ, поселков Искатели, Красное и детско-юношеского центра «Лидер» сдавали экзамен на знание правил дорожного движения. Александра Литкова расскажет подробнее. Делаем так, чтобы пинг был все выше и выше. Участница соревнований без труда обматывает голову одноклассника бинтом. Именно это задание выпало ей в билете. Оказание первой медицинской помощи – одно из 4 заданий, которое нужно выполнить на время. Здесь все строго. После того, как вытянул билет, поменять его уже нельзя. Все каникулы мы ходили каждый день на занятия, на тренировки. И у меня мама медсестра, вот поэтому она меня научила нормально делать бинты и завязывать. Некоторые ребята участвуют в конкурсе не в первый раз, с заданиями знакомы, готовились усердно, поэтому практически все справились на отлично. Да и правила дорожного движения хорошо усвоили еще в начальной школе. Допустим, если кататься на велосипеде, чтобы перейти пешеходный переход, нужно пока что слезть и желательно идти по правой стороне. В ходе экзамена школьники в первый день выполнили 4 задания. Первое задание – это было правило дорожного движения, решали на компьютерах. Второе задание – это основа безопасности жизнедеятельности. И третье задание – медицина. То есть как теория, так и практика оказания первой медицинской помощи. В региональном этапе ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения в этом году принимают участие 9 окружных команд. Мероприятие называется «Безопасное колесо». Оно проводится с целью привить подрастающим поколениям интерес, знания о правилах дорожного движения, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим, ну и вообще правильное поведение на дороге. На второй день регионального этапа на базе 5-й школы ребята выполнят индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. 4 участников соревнований, ставших победителями в личном зачете, отправятся на всероссийский этап. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».